Вот второе место человек получил, приехавший к нам из Казани. По-моему, ты приехал к Славу Семичуку на его акселерационную программу. Теперь-то там. Да, мы сейчас проходим курс у Семичука, акселератор.ру, но мы не могли пропустить это событие, которое сегодня здесь происходит. Ну, во-первых, мы не первый раз участвуем на мероприятиях, которые проводишь ты или с твоим участием, ну и, собственно, не могли просто это оставить без внимания своего и не посетить. Ты доволен вторым местом, которое вы завоевали сегодня на мегабазаре? Мы сюда шли совершенно не ради места, и особенно нас приятно удивило то, что это место досталось нам благодаря оценкам экспертов. Это для любого стартапа это самое важное, фидбэк от экспертов. Я знаю, что ты уже устал, вы все уже устали, вот ребята действительно долго ждали, мы уже сегодня 4 часа подряд, но я все же хочу тебе пожелать не расслабляться, двигаться дальше, надеюсь, в следующем году ты займешь первое место. Артур Ахметов, компания Log4Gate на его футболке. Спасибо.